Да, да, да. Вот мы просто дым пустим чуть раньше. Смотри, там интро 55 секунд. Вот. И буквально за 15 секунд до конца интро мы начнем пускать дым. Его подсоберется, просто сквозняк сильный оттуда. Все, понятно, понятно, понятно. Будет тяжелый дым внизу и... Понятно, понятно, понятно. С нами все. Пока все. До свидания. С нами все. С нами все. Я спрашиваю, да? С нами все в этом конце. Да. Ребята, кто занимается проекционным экраном, посмотрите в правую часть экрана. В сетку, саму сетку, посмотрите, пожалуйста, чтобы я не нервничал во время концерта. Вон, правый угол сетки, видишь, висячий, и левый угол висячий, только правый вообще труба. Так, этот номер с точкой. А мы сейчас увидим все. Раз, раз. Пожалуйста, пожалуйста, сделайте одолжение, сделаем весь номер с прологом, с видео. Я тогда побежу, да? Да, посмотрите, повернись и смотри. Мы сейчас на этот экран все сделаем. Поехали. Если можно, дуэт Лазарев-Билан. А видео где? Свою главную мечту я предал, когда до нее было рукой подать. Оказаться на одной сцене с Уитни Хьюстон. Я думал об этом с того дня, как научился мечтать. И этот шанс судьба мне подарила. Это на мою беду. Мне кажется, это другой. Москва, концерт, Хьюстон. И я у нее на разогреве. Отмена всех гастролей. 2 месяца подготовки и лишь одна просьба организаторам. Личная встреча с ней перед концертом. Но меня обманули и не пустили к ней. И я не вышел на сцену. Следующие 3 года я жил новой мечтой. Упасть перед ней на колени и объяснить, что подвел ее тогда не взбалмошный артист, а влюбленный в нее мальчик. Испугавшийся выйти перед ее публикой без ее благословения. В день ее смерти я сорвался и полетел в Лос-Анджелес. Это неправильно. Пробился к тому все, самому номеру, ну, где оборвалась ее жизнь. И просидел всю ночь перед дверью в слезах, бормоча слова раскаяния. Смотрите, это невыровненное видео еще, потому что вот это я вот... Я смотрю вам потом, давайте сейчас, наверное, на музыку. Да, и вот сейчас заканчивается. Вот смотрите, ребята, там, где стоит этот пэт-шот... Они не то запустили. Они, кажется, мечтатели. Мечтатели. А, это мечтатели были, мечтатели, да. Просто, да. Судя по тому, что «Прости меня». «Прости меня» песня, ребята. Это дуэт, который в конце. Да, 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 да. Это в конце дуэт перед финалом. После... 24-й номер по программе. Лазарев-Билан, «Прости». 3-3. 24-й номер по программе. Верстки. Верстка, 24-й номер. Дим, смотри. Я после песни скажу. Ну, кстати, на минуточку, у меня есть. Пацаны, Дима, вот это второй акт, он сделан в эстетике нового модерн-аниме. Это вообще другая... Это сегодня... Я увидела мультфильм. Нет, это такая хрень, нет, совсем модная. Сейчас графика вся на эту тему построена. Это такая совсем непростая хрень. А? Замысловато? Да. Ну, как мы любим. Вон, Серега тоже замысловато любит. Так, давайте да. Поехали, поехали, поехали! Поехали, «Прости» песня. Вот это экран у нас сейчас будет подниматься. Нет, сейчас это стоячий экран еще. 39,8 – это нормальная моя температура тела. Если она опускается ниже, мне плохо. Когда выходишь за кулисы после концерта со стандартными 36,6, значит, ты ничего не дал зрителю, и он в ответ ничем с тобой не поделился. Хотите честно? Знаете, зачем я на самом деле выхожу на сцену? Здесь я отмаливаю свои ошибки, свои грехи, которые так или иначе копятся в жизни каждого человека. А вы мне эти грехи отпускаете. А поскольку все люди ошибаются, и я не исключение, мы с вами не расстанемся. Никогда. Вот отсюда начинает экран ехать вверх. По окончанию этого видео, на этом видео, сейчас я посмотрю там. А, вот, отсюда. Вот отсюда, когда Дима стоит в позе на этом окне.
вдоль потока слов. Может промолчать, хотя нет, ничего смелей этих синих глаз в меня. Ты меня не простишь, и я не прощу. В секунды не стало нас. Сквозь толщу воды я тихо ко дну, в пустоту, в тишину. И нет сомнений, прости, моя любовь, кусая губы в кровь. Я сделал все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полюса. Весь мир на части и уносит вода. Прости меня, прости меня, прости меня, слышишь? Прости меня, прости меня, прости меня, моя любовь. Прости меня, последний раз мы в унисон дышим. Прости меня, прости меня, прости меня, моя любовь. Ну заставь меня притвориться на миг твоим. Как мне поверить вновь в эти тонкие миры? Так. Последние капли жадных секунд глотаю, как воздух, злые слова. Бесстрастно признаю нашу вину, а после мир застынет уже навсегда. Прости, моя любовь, кусая губы и кровь. Я сделал все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полюса. Весь мир на части и уносит вода. Прости меня, прости меня, прости меня, слышишь? Прости меня, прости меня, прости меня, моя любовь. Последний раз мы в унисон дышим. Прости меня, прости меня, прости меня, моя любовь. Прости, моя любовь, кусая губы в кровь. Я сделал все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полюса. Весь мир на части и уносит. Пойдем сюда. Нет, что-то не надо. Моя любовь.